So my final met C, 120 kilos. Kovalevsky. На ковре выступает Александр Ковалевский, мастер спорта международного класса, представляющий Хантмансийский автономный округ. Он выступает в красном трико. Его соперник Бахтияр Ахмедов, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпиады в Пекине, представляющий Республику Дагестан. Он выступает в синем трико. На ковре Ахмедов. Витковский Уришев победил Анзор Уришев, Кабардино-Балкарская республика. Three periods I will. Back to the semifinal here, 120 kilos. He's got
8 seconds. На ковре цель.